нашем фестивале Евгения Горина. Ладно, быть возможность, что я вышел на эту сцену, рассказать еще немножко, напомнить о том, какая же это была калужская делегация, кто в нее входил, кто играл для вас здесь на протяжении 8 концертов из 18. Было 8 концертов из 18, давали группы именно из Калуги. Первый день фестиваля, открывал фестиваль группа «Дети лейтенанта Шмидта». Вторыми выступала группа такого хорошего Стебалова «Какие-то дяди». Третьим нашим участником из Калуги, выступившим на этой сцене, была группа, которая подарила Бердянску хит всесоюзного значения, который называется «Мама». Это группа «Капитан Энд». И четвертая группа, которую я с большим удовольствием представляю сегодня, которая уже два раза здесь играла, и третий раз по опросу общественного, так сказать, мнения, выходит сегодня на сцену. Это группа «Номинал». Во главе с неподражаемым шоуменом Максимкой Жучиным